Музей Будды Фу Гуаншаня, что в переводе означает «гора сверх Будды», ранее известный как Мемориальный центр Будды, является буддийским культурным, религиозным и образовательным музеем Махаяны, расположенным в районе Дашу, Каушан, Тайвань. Строительство музея началось в 2008 году, а открыт был музей публике в 2011. Самая главная статуя в этом музее – Большой Будда Фо. Строительство этой статуи заняло больше года, используя 1800 тонн металла. Высота самой статуи составляет 40 метров, высота сидения – 10 метров. В целом все сооружение составляет 108 метров. Это благоприятное число в буддизме. На территории музея находятся 8 пагод, каждая из которых представляет разные идеи и заповеди. Музей поражает своей величиной. Каждый найдет для себя что-то интересное. Также на территории находится много ресторанов, кафе, чайный дом, магазинчики, где можно приобрести подарки для всей семьи. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь.